Я вас приветствую, друзья! Сегодня, как и всегда, очередная новинка с площадки Xiaomi Yupin. Это не очень умный, но очень стильный электрический чайник с термометром от партнера Xiaomi Q-Cooker. В некрашенной картонной коробке находится сам чайник на 1,7 литра, подставка с кабелем питания с китайской вилкой на конце и бумажки на китайском языке. Чайник выполнен в винтажном стиле и по форме походит на классический пузатый ретро-чайник. Выпускается в двух цветовых вариантах, это оливковый и белый. Корпус выполнен из пищевой нержавеющей 304 стали, которая отличается отменными антикоррозийными свойствами и отлично справляется с высокими температурами. Краткосрочно она способна выдержать до 900 градусов по Цельсию, так что запаса у чайника предостаточно. Главной особенностью этого чайника является наличие на одной из сторон круглого механического термометра, который стилизован под старый автомобильный спидометр. Еще есть другая, менее интересная версия этого чайника без термометра, но ее я проверять, конечно, не буду. На табло в реальном времени отображается текущая температура воды внутри чайника, что крайне удобно при приготовлении различных смесей и напитков, где не требуется кипяток. Уровень воды, минимальный и максимальный, можно контролировать по отметкам внутри чайника. Внешней шкалы, по которой можно отслеживать текущий уровень, у чайника нет, нужно будет постоянно заглядывать внутрь. Крышка у чайника не откидная, без всяких ненужных кнопочек и так далее, снимается полностью вручную. Фиксируется довольно плотно в закрытом положении и при кипении не дребезжит. Ручка на крышке, как и ручка самого чайника, изготовлена из термостойкого прочного пластика, который не нагревается и, как следствие, не обжигает руку. Под ручкой чайника имеется небольшой нажимной рычаг, отвечающий за включение и выключение. Во включенном состоянии под термометром загорается единственный индикатор, отображающий статус работы. Подставка, как и вся нижняя часть чайника, выполнена из того же белого пластика. В центре подставки расположены стандартные для электрочайника контакты, на которые он как раз и устанавливается. Мощности чайника в 1800 Вт на практике хватает для того, чтобы вскипятить 1,7 литра воды комнатной температуры за 5 минут. Надо сказать, что шумит он ничуть не больше, чем любой другой электрический чайник. После закипания чайник автоматически отключается. За это отвечает точный качественный контроллер температур от одного из ведущих мировых производителей, английской компании Strix, поэтому за безопасность можно не переживать. Подытожив, скажу, что отсутствие какой-то умной начинки производитель с лихвой компенсировал крутым винтажным дизайном, мне лично напоминающим американские кафешки 50-х годов из старых фильмов. Смотрится очень стильно и как минимум необычно. Термометр-спидометр тут решает, конечно. Друзья, пишите в комментариях, как вам новинка, а также не забывайте подписываться на канал. И обязательно ставьте лайки. Вам не жалко? Мне приятно. Всем пока, всех обнял.